Есть что-то стоящее? Неплохо. Хорошо. Ну,
Ну, удачной охоты, сталкер. Thank you.
Говорить будем. Нет, вали отсюда по-хорошему. Здравствуй, брат. Говори, зачем пришел.
Рад видеть живым. Навигационный модуль вашего КПК запущен. Возможно повторение фатальной ошибки. Обратитесь в сервисную службу. Ну что, Меченый, ну, принес документы из X-8? Ситуация проясняется. Как я и предполагал, выжигатель мозгов рукотворен. Это экспериментальный излучатель Кайманова. Ситуация непростая. Тебе надо пробраться к ученым и узнать, где находится... Здорово, Меченый. У вас артефакты прямо под ногами валяются. А теперь небо пошло вмазать.
сильнее нажал. Кто такой, спрашиваю? А тот опять молчит. Ну, рассердился сталкер. Сдавил так, что прям по руке потекло. Слышишь, скотина? Я сейчас тебе вообще оторву все. Отвечай, кто такой, быстро! А сверху такой сиплый слабый голос. Контролер я. А какого молчал, сволочь? Я же не мой. Thank you.
близко какой-то сталкер. Он, похоже, перестрелял наших снайперов. Будьте внимательны, идет от бара. Волкодав, я не понял. Он что, один перестрелял наших снайперов? Да. Отправь пару ребят прикрыть ваши задницы. Понял, понял. Ну все, Волкодав, ты допрыгался. Сюда летит военный вертолет. Сейчас они нас как щенков. Сталкер, помоги! На нас напали наемники. Половина наших людей погибла. Помоги нам, мы в долгу не останемся. Помоги нам пробиться через засаду возле завода. Я тебе скинул координаты. Будь осторожней, волкодав с головорезами возле вертолета. Так, все, разговор окончен. Волкодав, у нас гости. Какой-то сталкер лезет прямо на нас. Что ты делаешь? Ты что, не знаешь, что с свидетелями делать? Кончайте его. На чем мы были? Понял, сделаем.
Один перестрелял наших снайперов. Так, отправь пару ребят прикрыть вашу задницу. Понял, понял. Сейчас отправляю. Ну все, Волкодав, ты допрыгался. Сюда летит военный вертолет. Сейчас они вас как щенку.
Этаж меченый. Только иди первым. А я за тобой. Боец из меня плохой, лучше ты разведывай дорогу. Навигационный модуль вашего КПК вышел из строя. Отображение на дисплее карты и индикаторов временно невозможно. Враг на горизонте! Меченый, впереди в тоннеле аномалия жарко. Надо идти по одному, так больше шансов выжить. Иди первым. Когда я увижу, что ты дошел до конца, я пойду следом. Остерегайся огненных ловушек. Их можно обнаружить по искажениям горячего воздуха.